Сегодня мы покажем второй блок футворков. И мы разберем волну вперед и назад, basic по кругу и basic по диагонали с поворотами. Да? Мы начнем с волны, с того, как делается волна. Я встану боком, Борька стоит к вам лицом. Значит, мы стоим на мягких ногах присогнутых, опорная наша левая нога, вес на левой ноге. Что мы делаем? Мы идем грудью вперед и полностью переносим вес на правую ногу. И дальше нас как будто отбрасывает волной назад. Назад идут наши плечи, грудь, живот подтягивается и завершающая точка бедра. И мы очень мягко переносим вес с правой ноги на левую. Да? То есть еще раз мы идем вперед и назад идут плечи, грудь, живот и бедра. Да? И присели там. И присели мягко. Как это будет выглядеть в нашем бейсике? Значит, мы можем делать волну, когда мы идем обычный бейсик, да? И волна вперед будет на тот момент, когда мы должны идти вперед. То есть что мы делаем? Мы делаем шаг, переносим наш вес, делаем волну, переносим наш вес, можем присобрать ножку для красоты, и снова идем вперед, делаем basic. А волна назад, соответственно, делается в момент, когда мы как будто бы должны идти назад. И здесь хитрость. Мы остаемся на правой ноге. Мы делаем волну не такую глубокую. Назад. Да? Чуть-чуть совсем переносим вес на левую ногу, но не полностью. Остаемся на правой ноге. И с левой же ноги идем назад. Да? Тум. Чик-чик. И еще раз мы идем вперед, чик-чик, волна, и подсобрали ножку, назад, чик-чик. Да? Следующий наш футворк – это basic по кругу. Как он выглядит? Покажем. Да? Как он выглядит? Он выглядит следующим образом. 3-4. Мы делаем шаг, чик-чик, латерал и Preparation lateral. Значит, что мы делаем? Мы делаем шаг вперед, ставим правой ногой левую ногу рядом, разворачиваемся и правой ногой ставим накрест. Правая нога остается спереди, у нас получается очень красивый крестик. И дальше мы делаем как будто бы латерал. Что мы делаем? Мы шагаем левой ногой вперед, поворачиваемся на правой и остаемся левой на месте. И снова правая нога идет вперед, поворачиваемся на левой накрест и шаг, разворот на месте. Узенько, ребят, узенько ходим. Как будто мы ходим по дощечке. И последний футворк это basic по диагонали, да, точно так же, как мы ходили вперед. Мы можем ходить все то же самое. По диагонали. Как это выглядит? Мы ходим, допустим, в правую сторону, да, и назад. И еще раз в правую сторону. Тум, чик-чик и назад. Но точно так же мы можем ходить в правую сторону и в левую сторону. Как это выглядит? Мы делаем шаг вперед в правую сторону. А когда мы делаем шаг назад, мы делаем шаг назад и на два... Разворачиваемся в левую сторону. И делаем с правой ноги basic, только теперь по диагонали в левую сторону. И тум-чик-чик, повернулись. И вправо-чик-чик, повернулись. И тум-чик-чик, тум-чик, стоп. И то же самое мы можем делать с поворотами. То есть во время диагонали мы можем делать... Повороты. Это наша подготовка к поворотам в звуке. Как это происходит? Давай покажем в динамике. Значит, как это будет? 3-4. Справа мы делаем шаг, 2 и поворот. Шаг, 2 и поворот. То есть, объясним по шагам. Как мы идем? Мы делаем обычно наш шаг вперед. На месте, и дальше мы просто готовимся, да, небольшой замах, и дальше мы разворачиваемся. Поворачиваемся, поворачиваемся, и шаг накрест. Меняем направление, чтобы идти по диагонали опять узенько в левую сторону. Да, и мы идем. Шаг,
Подготавливаемся. Чик, подготавливаемся. И поворачиваемся, поворачиваемся. И разворачиваемся. И готовы с правой ноги снова идти по диагонали вправо. Да? Потому что у нас вес остался на левой ноге. Мы сейчас походим в нашей футворке спиной к вам под музыку, чтобы с этого ракурса было вам удобнее смотреть. Пять, шесть, семь, бейсик. Волна вперед. Бейсик. Волна вперед. Бейсик. Бейсик. Волна назад. И бейсик. Волна назад. Бейсик. Бейсик. Бейсик по кругу. Чик-чик. Поворот. Preparation lateral. Preparation lateral. Еще. Последний раз. Basic. Basic вправо по диагонали. Еще раз вправо. Последний раз. И еще раз. Вправо. Влево. Вправо. Влево. И повороты. Вправо. Поворот. Последний раз. Basic.